целях укрепления кадрового потенциала государственных органов региона, органов местного самоуправления, муниципальных образований, в Ульяновской области не первый год проводится областной конкурс «Региональные лидеры». Он был инициирован Управлением по вопросам государственной службы и кадров администрации губернатора Ульяновской области и проводится совместно с корпоративным университетом Ульяновской области. Его главная задача – поддерживать талантливых руководителей и развивать управленческие компетенции. Этот год не стал исключением. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских встретился с лауреатами областного конкурса «Региональные лидеры». Из года в год победители таких лидерских конкурсов получают дополнительный импульс для карьерного и личностного роста. Ряд из них становятся частью региональной команды, сильными управленцами, работающими на благо родного региона. И этот год у нас не стал исключением. Глава региона призвал членов экспертного совета и приглашенных гостей приглядеться к участникам конкурса, которые уже зарекомендовали себя как состоявшиеся лидеры, с помощью которых можно сформировать мощную управленческую команду. Несколько лауреатов презентовали свои проекты. Так, заместитель директора дирекции парка в Ульяновском Мария Баханок рассказала, как на месте бывшего футбольного поля в парке «Семья» удалось построить новую спортивную площадку на средства гранта «Движение первых». Теперь на ней проводят мастер-классы для всех желающих, кто хочет научиться играть в национальные игры, такие как лапта и городки. Другие лауреаты конкурса представили не менее интересные социально ориентированные проекты. Как было сказано во время встречи, победители конкурса получат возможность в дальнейшем обучаться на базе корпоративного университета Ульяновской области, в портфеле которого целая линейка образовательных программ, направленных на развитие лидерских компетенций. Также сильнейшие участники получат рекомендации по профессиональному развитию и возможность включения в резерв управленческих кадров Ульяновской области. В этом году конкурс с точки зрения оценки был придан такой особый статус, для того, чтобы посмотреть не только на самих конкурсантов, на их проекты, но и на возможности их дальнейшего роста с точки зрения карьерного роста и карьерного лифта. На встрече также губернатор поздравил победителей окружного финала конкурса «Лидеры России» в ПФО, директора научно-образовательного центра «Точка кипения ЛГТУ» Дениса Ефремова и начальника управления по технологическому развитию и взаимодействию с государственными органами акционерного общества «Нововинт» Ольгу Уханову. По итогам окружных финалов определятся 300 суперфиналистов пятого сезона. Среди них уже стоят имена наших ульяновских лидеров. Имена победителей юбилейного конкурса управленцев «Лидеры России» станут известны в 2024 году. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.